Территория машин. Всем привет! С вами «Территория машин». Программа об автомобилях, событиях и людях. Меня зовут Максим Колесников. Сегодня я расскажу вам о Думе, Госдуме и разъездах москвичей. В России есть Государственная Дума. Там работают всенародно избранные депутаты, которые принимают законы и выдвигают инициативы. Иногда их высказывания заставляют задуматься, а иногда просто веселят. Очередная умная мысль пришла в голову одному из депутатов буквально на днях. Все мы знаем, как набирают популярность гироскутеры, моноколеса и прочие сегвеи. Особенно летом и особенно в парках. Ну так вот, парламентарий решил, что использование этих средств передвижения нужно брать под контроль. Он даже сослался на опыт наших западных партнеров, у них, мол, с этим все строго. В качестве веского аргумента в свою пользу депутат также отметил, что гироскутер может разогнаться до 25 км в час, а их владельцы катаются где попало. Судя по всему, нас ждут новые правила движения. Правила для всяких электрических средств передвижения. Следующим этапом могут стать правила для велосипедистов, роллеров и лыжников, а то ишь катаются где попало. Аналитики Яндекса решили узнать, как москвичи и жители области ездят на работу и домой. Для этого они взяли данные сервисов Яндекс.Пробки и Яндекс.Навигатор. И что вы думаете? У 75% жителей столицы место работы находится на удалении больше 10 километров. Всего 5% москвичей работают близко от дома. Жители Москвы, как правило, выезжают на работу в промежутке между 7 и 9 утра. Те, кто живет в области или в Новой Москве, встают рано и выезжают до 8 утра, ведь им еще стоять в пробке на Калужском шоссе. По данным исследования, средняя длина ежедневного маршрута типичного москвича составляет почти 18 километров. Ближе всех к своим офисам живут обитатели Якиманки и Арбата, а дальше всех – жители района Бирюлево-Восточная. С возвращением домой картина тоже кристально понятная. 70% водителей собираются выезжать между 5 и 7 вечера, а целых 10% сидят допоздна, пережидая пробки. Я, наверное, тоже посижу и подожду. Это была «Территория машин». Не забывайте пристегиваться. «Территория машин».